завершился международный форум «Старшее поколение». Представители Невского района проводили там экспресс-обследование здоровья. Форум, уже 11-й по счету, призван облегчить жизнь пожилым людям. 3000 специалистов со всего города обсуждали проблемы и искали пути их решения. Госпиталь для ветеранов войн привез на выставку собственное оборудование. Всем желающим мерили рост, проверяли зрение и делали ЭКГ. По словам представителей учреждения, петербуржцы уделяют слишком мало времени профилактике заболеваний. Петербуржцы в массе своей неохотно хотят идти к врачу. Даже когда мы просим прийти к терапевту, все равно не так это легко. А здесь, на форуме, это называется, когда врач приходит к вам. То есть мы привезли свой кабинет здоровья сюда. Форум продлился 4 дня. За это время прошло более 100 круглых столов, семинаров и мастер-классов. А просветительские, культурные и деловые зоны посетили порядка 20 тысяч человек.